В завершение о спорте определился победитель Кубка Сургутского района по мини-футболу. За право участия в финальной встрече боролись 8 команд городских и сельских поселений. На площадке спорткомплекса «Атлант» в поселке Солнечный конкурировали между собой футболисты «Белого Яра», «Лентора», «Федоровского», «Барсова» и «Нижнего Сартыма». Турнир, организатором которого стало районное управление спортивных сооружений, проходил по олимпийской системе. Проиграл – вылетел. До финальных поединков дошли команды «Белого Яра» и «Лентора», по сути, равных соперников. Но в итоге победила сборная «Лентора». Счет встречи 6-3. Третье место разыгрывалось между «Барсова» и «Федоровским». Победила в итоге команда «Федоровчан».